Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой интересный прибор, который называется водяной барометр. Водяной барометр предназначен для прогнозирования ближайших изменений атмосферного давления в определенной области. Барометр состоит из сферической колбы, наполовину наполненной водой, при нормальном атмосферном давлении соединенной с боковой трубкой. При изменении давления снаружи, например, его увеличении, водяной столб боковой трубки будет двигаться вниз, чтобы уравновесить давление, создаваемое внутри воздухом и водой, с внешним давлением. Увеличение давления означает, что будет сухая погода. Если же давление понижается, то столбик будет двигаться наверх. Это будет означать, что скоро возможны осадки.